Под государственной охраной Сургутская Мадонна официально признана памятником культурного наследия. Мозаичному панно на фасаде аэропорта этот особый статус присвоен по ходатайству местных жителей и молодежного парламента. Произведение искусства уже 40 лет. За это время предпринимались попытки его демонтировать в рамках реконструкции аэровокзала. Но сургутянам удалось отстоять городской символ. Теперь любые посягательства на Мадонну исключены законом. Композицию специально по заказу местных властей создал заслуженный художник России. Ныне здравствующий ветеран Великой Отечественной войны Леонид Полищук. Он лично помогал инициативной группе в сборе необходимых документов и информации для подачи заявки соответствующей службы. Активисты встречались с автором в Москве, в его творческой мастерской. В реестр охраняемых объектов культурного наследия внесены многие его творения. Теперь и Сургутская Мадонна. Хорошей новостью представители городского молодежного парламента в первую очередь поспешили поделиться именно с художником. Безусловно, он был рад, что спустя 40 лет его произведение в нашем северном регионе не только сохранилось, но и стало определенным символом города Сургута. И что нашлась инициативная молодежь, которая выступила за сохранение мозаики путем придания ей особого статуса. Мы все время были на связи с художником. И это уникальная ситуация, поскольку автор Сургутской Мадонны не только жив, но и в свои 95 лет здоров, не бросает творчество и рассуждает и мыслит совершенно современными реалиями.